Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы часто обращаетесь к врачам? Ну, сейчас часто. Не очень. Ну, часто. По сахару обращаюсь и по суставам, и в Екатеринбурге на учете, так что... Нет, я еще маленькая, только школу закончила. Да я вообще спортсмен, по сути дела, не обращаюсь. Ну да, бывает. Очень редко. Ну, подстань в здоровье. Как приспичит. А каким врачам доверяете? Всем нашим. Любимый врач? Ну, теперь уж вот Богданова, раз у нее я. Кому доверяю, обычно отдают талонок другому врачу. Эндокринолог хожу. Это моя родная заводская поликлиника. Я здесь проработала. Как вот с момента открытия? Да я постоянно к одной хожу. Как заболею, но я часто не болею. Так. А кому? Редко. Терентьевой. Казаковой. Ирине Павловне. Доверяете? Доверяю. Хороший невролог. Да, Шевелева. Как Левакина. А есть ли у вас любимый врач или, может, тот, которому вы доверяете? Доверяем всем. А любимая жена? Врач. Татьяна Юрьевна Пономаренко. Много лет доверяю. Они хорошие люди, но лучше их не видеть. Да все. К кому обращаемся, все хорошо обращаются с нами. Все нормальные.